Вавилон, 13 мая, РИА Новости. Валерия Высокосова, израильская певица Нита, которая заняла первое место в международном песенном конкурсе Евровидение -2018, своим нестандартным выступлением вызвала реакцию у зрителей, что и принесло ей победу, заявил РИА Новости композитор Владимир Матецкий, который вошел в состав национального жюри от России в этом году. Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Эльтичи в Парке наций. Финальное шоу песенного конкурса состоялось в субботу. Победу одержала участница из Израиля Нито, которая исполнила песню «Ты». «Я предсказывал, что такой лобовой ход, как победа израильской певицы, фаворитки букмекеров, вряд ли произойдет. Лично мне не очень нравится тот факт, что она получила первое место, мне очень нравится такой ход, как откровенное фликование, но это всегда эффективно, когда вызывает в сердцах поклонников и зрителей реакцию», — сказал Матецкий. Он отметил, что первое место Нита получила именно благодаря поддержке телезрителей, поскольку профессиональное жюри разных стран отдавало предпочтение артистам из Швейцарии, Австрии, Германии и Эстонии. Самое музыкальное шоу. Как прошел финал Евровидения 2018? А в 2018 Армандо Франча певица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные 30 минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса. На фото участница из Кипра Лени Фурейра. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. А в 2018 Армандо Франча певица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные 30 минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса. На фото участница из Кипра Лени Фурейра. А в 2018 Франчишо Леонг на сцене она получила специальный приз конкурса – стеклянную статуэтку в виде микрофона. Из рук прошлогоднего победителя Сальвадора собрала. На пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер Евровидения Юнула Сан, которого певица крепко обняла в знак благодарности. На фото участник из Чехии Миколас Йозеф. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. А в 2018 Франчишо Леонг на сцене она получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона. Из рук прошлогоднего победителя Сальвадора собрала. Пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер Евровидения Юнула Сан, которого певица крепко обняла в знак благодарности. На фото участник из Чехии Миколас Йозеф. Аппета. Армандо Франча. Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Эльтичи в Парке наций. Финальное шоу состоялось в субботу. На фото участница из Британии Сури в финале конкурса Евровидения. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. Аппета. Армандо Франча. Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Эльтичи в Парке наций. Финальное шоу состоялось в субботу. На фото участница из Британии Сури в финале конкурса Евровидения. А в 2018 Франчишо Леонг по итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нито, которая исполнила песню «Тай». Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. А в 2018 Франчишо Леонг по итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нито, которая исполнила песню «Тай». Аппета. Армандо Франча. Второе место заняла представительница Кипра Элени Фарейра с горячей композицией «Фуэва». На третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший трогательную песню «На боды бутил». На фото израильские болельщики празднуют победу Ниты Барзилай. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. Аппета. Армандо Франча. Второе место заняла представительница Кипра Элени Фарейра с горячей композицией «Фуэва». На третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший трогательную песню «На боды бутил». На фото израильские болельщики празднуют победу Ниты Барзилай. Аппета. Армандо Франча. Певец из Германии Михаэль Шульц занял четвертое место. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. Аппета. Армандо Франча. Певец из Германии Михаэль Шульц занял четвертое место. А в 2018
Франчишо Леонг. В конкурсе в этом году приняли участие исполнители из 26 стран. На фото участники из Сербии Саня Ильич и группа Балканика. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код АВ 2018. Франчишо Леонг. В конкурсе в этом году приняли участие исполнители из 26 стран. На фото участники из Сербии Саня Ильич и группа Балканика. Аппета Армандо Франча. Российская певица Юлия Самойлова, выступавшая во втором финале, не смогла пробиться в финал конкурса. На фото участница из Словении Илья Сирк. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код Аппета Армандо Франча. Российская певица Юлия Самойлова, выступавшая во втором финале, не смогла пробиться в финал конкурса. На фото участница из Словении Илья Сирк. АВ 2018. Франчишо Леонг. В финале высшую оценку в 12 баллов национальное жюри из России присудило коллективу из Молдавии Доридос, которые выступили с песней «Мы луч» и «Дай». Скачать видео, скопировать ссылку, получить код АВ 2018. Франчишо Леонг. В финале высшую оценку в 12 баллов национальное жюри из России присудило коллективу из Молдавии Доридос, которые выступили с песней «Мы луч» и «Дай». Аппета Армандо Франча. Эту композицию для представителей Молдавии написал Филипп Киркоров в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. На фото участник из Нидерландов Вэлон. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код Аппета Армандо Франча. Эту композицию для представителей Молдавии написал Филипп Киркоров в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. На фото участник из Нидерландов Вэлон. Аппета Армандо Франча. Юлия Самойлова накануне финала конкурса назвала справедливым свое поражение в полуфинале и поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки. На фото участник издания Расмуссен. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код Аппета Армандо Франча. Юлия Самойлова накануне финала конкурса назвала справедливым свое поражение в полуфинале и поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки. На фото участник издания Расмуссен. АВ 2018. Франчишо Леонг. Финал конкурса не обошелся без досадного инцидента. Мужчина с рюкзаком выбежал на сцену, отобрал у британской певицы Сурия микрофон и начал в него кричать. На фото участница из Эстонии Элина Нечаева. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код АВ 2018. Франчишо Леонг. Финал конкурса не обошелся без досадного инцидента. Мужчина с рюкзаком выбежал на сцену, отобрал у британской певицы Сурия микрофон и начал в него кричать. На фото участница из Эстонии Элина Нечаева. Аппета Армандо Франча. Победительница конкурса Нита Барзилай назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет Евровидение в свою страну. На фото участник из Украины Меловин. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код Аппета Армандо Франча. Победительница конкурса Нита Барзилай назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет Евровидение в свою страну. На фото участник из Украины Меловин. Аппета Армандо Франча. По словам певицы, ей не приходится доносить до аудитории смысл своих песен, так как она его воплощает. На фото болгарская группа Equinox. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код Аппета Армандо Франча. По словам певицы, ей не приходится доносить до аудитории смысл своих песен, так как она его воплощает. На фото болгарская группа Equinox. РИА Новости. Владимир Остапкович. Перейти в фотобанк. Песня «Той», которую исполняла Нита Барзилай, пользуется невероятным успехом. Официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале «Смотра», обогнав ролики всех остальных участников. На фото зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни «Евровидение 2018» в Лиссабоне. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости. Владимир Остапкович. Перейти в фотобанк. Песня «Той», которую
которую исполняла Нита Барзилай, пользуется невероятным успехом. Официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале Смотра, обогнав ролики всех остальных участников. На фото, зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни Евровидения 2018 в Лиссабоне. А в 2018 Франчишо Леонг за легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе. На фото, победительница конкурса Евровидения Нита Барзилай. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код АВ 2018. Франчишо Леонг за легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе. На фото, победительница конкурса Евровидения Нита Барзилай. А в 2018 Франчишо Леонг на фото, участница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса Евровидения. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. А в 2018 Франчишо Леонг на фото, участница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса Евровидения. А в 2018 Армандо Франча певица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные 30 минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса. На фото, участница из Кипра Лени Фурейра. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. А в 2018 Армандо Франча певица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные 30 минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса. На фото, участница из Кипра Лени Фурейра. А в 2018 Франчишо Леонг на сцене. Она получила специальный приз конкурса – стеклянную статуэтку в виде микрофона. Из рук прошлогоднего победителя Сальвадора собрала. На пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер Евровидения Юнула Сан, которого певица крепко обняла в знак благодарности. На фото, участник из Чехии Миколас Йозеф. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. А в 2018 Франчишо Леонг на сцене. Она получила специальный приз конкурса – стеклянную статуэтку в виде микрофона. Из рук прошлогоднего победителя Сальвадора собрала. На пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер Евровидения Юнула Сан, которого певица крепко обняла в знак благодарности. На фото – участник из Чехии Миколас Йозеф. А фото. Армандо Франча. Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Альтичи в Парке Наций. Финальное шоу состоялось в субботу. На фото, участница из Британии Сури в финале конкурса Евровидения. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. Фото. Армандо Франча. Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Альтичи в Парке Наций. Финальное шоу состоялось в субботу. На фото, участница из Британии Сури в финале конкурса Евровидения. А в 2018 Франчишо Леонг по итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нито, которая исполнила песню «Тай». Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. А в 2018 Франчишо Леонг по итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нито, которая исполнила песню «Тай». Прив Next 1, 17 они все отодвинулись. И вчерашний финал показал, что такие прямые ходы оказались самыми эффективными. Это касается и Неты, и симпатичной киприотки Элени Фурейры, которая заняла второе место, добавил собеседник агентства. Он также назвал отрадным тот факт, что группа Даридос из Молдавии, которую продюсировал российский певец Филипп Киркоров, вошла в первую десятку исполнителей по итогам голосования, поскольку финальный состав артистов был очень сильным. Это заслуженно. Филипп действительно тратит очень много сил и энергии, погружаясь в это на все 100%. У него получается, хватает и энергии, и задора этим заниматься, пояснил Матецкий. По его словам, Евровидение, хоть оно и вызывает неприятие у некоторых людей, является удивительным и долго существующим конкурсом, который многим приносит радость. Евровидение идет по своим путям, пускай эти пути порой немножко странноватые. Видно, что Евровидение тоже меняется.
Относиться к нему критически я бы не стал, отметил композитор. Пример он привел выступление представителя Норвегии Александра Рыбака. 9 лет назад он одержал победу на конкурсе в Москве. Но, приехав в Лиссабон с похожим номером и песней, не вошел даже в десятку. Он подчеркнул, что Россия не стоит отказываться от Евровидения, добавив, что на следующий год ожидает прорыва в плане выбора артиста и песни, с которой страна выступит на конкурсе.